Друзья мои, всем привет! Меня зовут Ленар Гарипов. Я занимаюсь ремонтами в городе Набережные Челны. С 8 по 11 сентября в Ростове-на-Дону пройдет слет мастеров по ремонту. И мы с моей командой «Перестройка 116» едем на этот слет. А теперь обращаюсь к вам, мои друзья, товарищи, коллеги и просто знакомые. Я приглашаю вас принять участие в этом небольшом путешествии и поддержать нас. Поддержать вы можете нас любой суммой. А в благодарность за вашу поддержку мы напишем на борту нашего автомобиля ваше имя, название вашего аккаунта в Инстаграме, ВКонтакте, в Ютубе или любую надпись, которую захотите, на борту нашего автомобиля, на котором мы поедем в Ростов-на-Дону. Из Набережных Челнов и до Ростова-на-Дону и обратно ваше имя будет красоваться на борту нашего автомобиля. Так что если у вас есть желание побывать в этом путешествии и стать частью нашей истории, поехали с нами на нашем автомобиле. Короче, понятно, поехали.